60-е годы 20 века. Многие считают этот период самым лучшим в истории страны. И не без оснований. Оттепель, начавшаяся в конце 50-х годов, достигает своего апогея. 60-е годы – старт космической эры. Юрий Гагарин своим подвигом открывает человечеству дорогу к звездам. С космической скоростью происходит и культурная эволюция страны. В СССР начинается эпоха больших имен и больших произведений. Именно в этот период на небосводе советской эстрады ярко зажигается новая звезда, имя которой Муслим Магомаев. Муслиму было только 20 с небольшим лет, но с ним уже мечтали работать самые знаменитые поэты и композиторы. Долголетняя творческая дружба двух титанов музыки, исполнителя Муслима Магомаева и композитора Арно Бабаджаняна, подарила слушателям множество прекрасных мгновений. Песня «Королева красоты» занимает в этом творческом тандеме особое место. Ее начало отправляет нас в столицу солнечной Армении, прекрасный город Ереван. Именно там, в 1965 году, состоялся первый на необъятной территории Советского Союза конкурс красоты, на котором Арно Бабаджанян вошел в состав жюри. Армянские красавицы вдохновили композитора написать новую песню. Еще в тот момент, когда Арно Бабаджанян писал музыку, исполнителем он представлял только находящегося на гребне волны Муслима Магомаева. С выбором автора текста тоже особых вопросов не возникало. Им стал талантливый поэт-песенник Анатолий Горохов. Сюжетная линия песни родилась совершенно случайно. Остановившись возле газетного киоска, Горохов непроизвольно стал размышлять о том, что у каждого влюбленного мужчины есть своя настоящая королева красоты, самая лучшая на свете. Такие размышления и привели автора к версии, которая органично вписалась в музыку. Как только Муслим Магомаев исполнил «Королеву красоты», ее тут же все подхватили. Успех был необыкновенный. Реакция слушателей на песню была такова, что уже через месяц она господствовала на всех танцплощадках большой страны. А в результате опроса, проведенного популярным изданием «Советская культура», стала лучшей песней года. Этот поистине солнечный эстрадный шедевр, созданный усилиями гениального творческого союза Бабаджанян, Горохов, Магомаев более 55 лет назад, и сегодня вызывает повышенный интерес. Эта заводная композиция воспринимается как самый лучший комплимент, который желали бы получить все представительницы прекрасного женского пола. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Пестрят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной домой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. А я иду к тебе навстречу, а я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты в жизни счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше, мило все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты.
ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты в жизни счастье, любовь моя. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш, потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. А иду к тебе навстречу, а я несу тебе цветы, как единственная на свете королева красоты. Как единственная на свете королева красоты. Ты милее всех на свете королева красоты. Ча-ча-чоу!